Всем здравствуйте! Дмитрий Миллер – очень популярный и любимый зрителями актер. Родился Дмитрий в Мытищах, в семье рабочих. Детство у мальчика было самым обычным. После окончания школы Дмитрия призвали на службу в армию. Вернувшись домой, парень поступил в медицинское училище, где получал специализацию педиатра. Но так распорядилась судьба, что ради театрального он ушел из медицины. Судьбоносная случайность сыграла иную роль. Будучи в Москве, увидел объявление о наборе студентов в театральную студию. Решил попробовать себя. Так он стал студентом Щепкинского театрального училища. В кино дебютировал в 2001 году в фильме «Next». Ну, а успех к нему пришел в 2007 после выхода фильма «Слуга государев». История его женитьбы тоже интересна. Свою жену Юлию Делос он встречал дважды. Первый раз они встретились, когда Дмитрий еще служил в армии. На первом свидании он случайно облил ее напитком. Но случайная встреча свела их второй раз, и они больше не расставались. 10 лет супруги жили гражданским браком. Спустя время настало подумать о детях. Это стало новой трудностью на пути к цели. Юлия долгое время не могла забеременеть и выносить ребенка. Супругам пришлось посетить немало клиник и святых мест, прежде чем они услышали радостную новость о беременности. Новость оказалась вдвойне радостной, так как жена Дмитрия была беременна близнецами. Через некоторое время счастливый отец объявил, что у него родились 2 дочери. Ну что же, пожелаем счастья Дмитрию и, конечно же, хороших новых ролей. А всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч!